Дорогие гости, через несколько минут для вас выступит группа Good Times. Приятного вечера. Ребятки, публика у нас разношерстная, как мог, расшевелил. ₽500 должен буду. Не подведите. Не ссы. Помню точно вечерело, и, по-моему, был вторник. Мы сидели в ресторане под названием Лошода. Ты сидела с нами рядом, прям за столиком напротив. Пила водку из графина, в общем, женщина-загадка. А я загадки любил с детства, но отгадывал их плохо, потому что мой IQ был очень-очень-очень низкий. Но теперь разгадаю, сам себе пообещал я. Я снял маленькую шапку и сказал: «Привет, малая!» Ш-ховау! Ты представилась Анжелой, я представился как Фёдор. Хоть зовут меня не Фёдор, просто так я шифровался. Да ведь написано на розе, что ты тоже не Анжела. Ты Людмила или Катя, ну заказывай графинчик водки. Ты сказала: «Сейчас танцую». Я ответил: «Брысим, брысим». Ты скрутила колесо и села в пляку, пала на пол. У этой песни нет припева, но зато мне есть Анжела. Нет припева, есть Анжела. Замечательная рифма. Ш-хау! Мне водки. Да мне поебать, что тебе надо, блядь! Я здесь больше не работаю!